Оборона Эстонии постарается добиться присутствия сил НАТО в тех странах Альянса, которые делят границу с Россией. Латышская интеллигенция направила подобное письмо с просьбой разместить в Балтии базы НАТО канцлеры Германии Ангель Меркви. Мы решили выяснить, что об этом думают представители русской интеллигенции Латвии и почему под таким письмом нет, например, их подписи. Я понимаю прекрасно латышскую интеллигенцию, которая очень боится утратить независимость страны. Я разделяю эту, эти опасения, я понимаю, что происходит сейчас на Украине, но как русская интеллигенция я хочу призвать латышскую интеллигенцию, простите за такую тактологию, призвать своих политиков остановить разжигание ненависти между этносами, русскими латышами. Отложите в какой-то исторический долгий ящик проблему перевода русских школ там на латышский язык. Русские сейчас уже молодое поколение прекрасно говорит по-латышски. И если какой-то снайпер экзотический, а мы знаем, что эти снайперы были и в Вильнюсе, они были и в Киеве, они всегда появляются какие-то неизвестные третьей стороны снайперы. да? Так вот, если какой-то снайпер во время этой демонстрации против перевода русских школы на латышский язык попадет в какую-то женщину или ребенка, это будет первый выстрел, который обернется событиями на Украине. Да, я понимаю, что, может быть, латыши сейчас хотят защитить себя вводом натовских войск сюда и чувствовать спокойнее. Латыши будут себя чувствовать гораздо спокойнее, если они усмирят своих политиков, призывающих бесконечно вот к этой конфронтации. Я по складу своему очень люблю жизнь, очень люблю людей. И война никаким образом не входит в круг моих интересов. Я, ну, можно сказать, пацифист, я против всяких вооруженных сил. И я, я считаю, что один творческий человек для Латвии, который открывает мир, который создает какую-то творческую энергию, он больше, чем целый полк военных вооруженных до мозга костей.